добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня пятница. Вы пришли с работы? Да. Кем вы работаете? Я военный. Сантехник. Рабочий. Строитель. Инженер радиотехник. А вы? Я социолог. Вы социолог. Тогда первый вопрос к вам. Вы, наверное, какие-то свои профессиональные интересы тоже здесь преследуете? Да, разумеется. Считаете ли вы, что этот пивной зал, пивная, одна из московских пивных, по своему контингенту, по той публике, которая собирается здесь, отражает вообще наше общество? Разумеется. Да, разумеется. И, следовательно, здесь происходят все те процессы, которые происходят в нашем обществе? Совершенно верно. Ваша точка зрения, люди сюда приходят, потому что они хотят прежде всего выпить? Нет, люди приходят для общения. Не кажется ли вам, что это не самое лучшее место для общения? Вот вам нет, не кажется, но другого места нет. Вы знаете, я прихожу сюда как в клуб. Это ваш клуб? Я просто отдыхаю. А другого клуба у меня просто нет. Это клуб, в который приходят люди разных профессий, разных национальностей. И просто здесь отдыхают. А вы крестьянин? Чем вы в жизни занимались? И родился у земли. И копал, сеял, пахал. Вот. А в Москву по каким делам? Сюда приехал пивка попить. Прямо. Так просто пивка попить. А в деревне нет пива? Нет. Откуда? Ну что? Нигде нет. Покуда тайные и явные еврейские структуры не уйдут от управления страной, то есть от разрушения страны, до тех пор будем пить пиво из банок, потом перестанем... То есть вы считаете, что евреи виноваты в том, что вы пьете пиво из банок? Безусловно, в общем-то, этот глобальный дефицит, это, в общем-то, построенная штука, и я в этом нисколько не сомневаюсь. А мне все равно, кто будет, лишь бы было получше. Получше. А вам сейчас плохо? Мне неплохо. А чем вам плохо? Вы так красиво одеты, ну, элегантный, если, молодой человек. Если не считать, что я вот эту куртку купил за 1500, а штаны за 700 рублей, то все нормально. Ну, раз за 1500 и за 700 купили, значит, зарабатываете много? Я вообще военнослужащий. Понимаете? Дело в том, что... Мы военнослужащие, вот мы вдвоем. Что вот мы, вот, допустим, я сержант Советской Армии, он рядовой. Я рядовой. И вот просто мы хотим сказать, что сейчас вот в армии творится дурдом. Я так неловко вторгся в ваш разговор. О чем вы разговаривали до моего появления? Сейчас о футболе говорили. Кроссворды отгадываем сообща. О политике, естественно, говорим. О повышении цен. Что из нас делают дураков. Сейчас думают, что цены повысят, значит, жизнь будет лучше. Экономическую программу мы не решим при таком руководстве, при таком центре. Это однозначно. Вот это мое личное мнение. Я не за всех говорю. Вы чем занимаетесь в жизни? Пока только что вернулся. Откуда? С зоны. Вы сидели в тюрьме? Да. За что, если можно? За мелкое хулиганство. Сколько вы отсидели? 3 года. Где вы сидели? Воркута. Воркута. Что такое советская зона? Нормальная. Нормально в чем? Нормально. Во всем. Кто не был, тот, значит, хорошо. Как ваша должность здесь называется? Администратор торгового зала. Сколько приблизительно человек в день приходит сюда? Ну, около 2000. Проблем много? Очень. Ваш прогноз, как мы будем жить? Я думаю, что... плохо. А вы что думаете? Я думаю тоже, что будет. Лучше не будет. Лучше не будет. А вам здесь нравится? Ни грамма. А почему же так часто ходите? А потому что некуда больше ходить. А жену сюда приводили хоть раз? Ни разу. А почему? Я боюсь. Чего вы боитесь? Вы же боксер. Что увидеть такое хамство здесь, все, и грязи. Грязи увидит она. А почему у нас так хамства много? Я так думаю, от бесхозяйственности. А за детей не страшно, за их будущее? Страшно. А вот чего боитесь, я все понять хочу. Войны. Войны в своей стране? Скорее всего, в России. Войны в России я боюсь. Я приду после работы, свое выпью, сколько я могу принять на свой молодой организм. Ну, с мужиками я не тягаться не буду, конечно. Ну,
200, 300, 400, ну, пол-литра я выпью. И поеду спокойно домой. Ну, а почему сейчас нету этого? Я для этого и пришел, чтобы вот узнать. Почему сейчас этого нету? Почему сейчас этого нету? А здесь сегодня до обеда я был, пиво было хорошее. А после обеда, это самое, извините, моча. Ослиные. Ну, мужики, это все, вот, все интеллигентные, вроде, ну, после работы. Рабочий интеллигент. Спасибо. Да не за что, елки-палки. А вам тоже спасибо большое. Я уже жене передам, что, сам, да, что вы пришли к нам, в наш гадюшник. Это, конечно, будет монтироваться, это само собой будет монтироваться. Само собой. Пиво, самое главное пиво. Оставьте хоть народу пиво. Хоть народу пиво, оставьте народу пиво. Пиво. Сделать его дешевым, доступным, и чтобы было культурно. Чтобы было культурно, чтобы можно было посидеть. Я правильно говорю? Конечно.